натяжение нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала, за снегами годами. Мое детское сердце и туда птица счастья улетела погреться. Навестить обещала, приснилась на время, чуть дыша не пропала, надеясь и веря. Я теряю рассудок на снегу обновленном. Меня кто-то осудит за мою отдаленность. Рядом рушатся стены, нет спасения от стужи. Боль гуляет по венам, хочет выйти наружу. За снегами годами мое детское сердце, и туда птица счастья улетела погреться. Заблудилась напрасно, я упал на колени, чуть любовь не угасла. На радость метели. Тай-ра-ра, рай-ра-рай-ра-рай-ра, тай-ра-ра, карай-ра-рай-ра-ра, тай-ра-ра, рай-ра-рай-ра-рай-ра, тай-ра-ра, карай-ра-рай-ра-ра. За снегами годами мое детское сердце, и туда птица счастья улетела погреться. Навестить обещала, приснилась на время, но душа не пропала, надеясь не веря. За снегами годами мое детское сердце, и туда птица счастья улетела погреться. Заблудилась напрасно, путь обратный забыла, но любовь не угасла, любовь не остыла. Заблудилась напрасно, навестить обещала, но любовь не угасла, и душа не пропала. Тай-ра-ра, рай-ра-рай-ра-рай-ра, тай-ра-ра. Інтер в наступний час інтелектуального клубу «Що, де, коли». Ми сформували збірні команди зірок та розділили їх на пари. У кожній з пар буде визначено переможця, команду, яка обіграє телеглядачів з кращим рахунком. У четвертій дуелі Ліги зірок грають команди естради та збірна команда телеканалу «Інтер». Результат першої гри ми вже знаємо. Команда естради обіграла телеглядачів з рахунком 6-5. Сьогодні біля бар'єра опиниться друга команда з цієї пари – команда Сергія Сівохо. Проти телеглядачів сьогодні грають ведуча ток-шоу «Розбір польотів» Юлія Литвиненко, автор програми «Подробиці тижня» Олег Панюта. Телеведучий Павло Шилько. Телеведуча Кароліна Шион.
магістр сучасного телебачення Євгеній Кисельов. І капітан команди телеведучий Сергій Сівоха. Питання для вас сьогодні приготували Костянтин Кириченко, Донецьк, Борис Моносов, Санкт-Петербург, Наталя Холодок, Чернівці, Олена Камінська, Одеса, Альона Чорна, Лубни, Ельдар Мустафаєв, Севастополь, Олег Шапошников, Полтава, Юлія Ковеза, Слов'янськ, Бліц, Анастасія Сидорчук, Красноярськ, Олександр Топоровський, Київ, В'ячеслав Грас, Вінниця, сектор Розетка, телеглядачі проти знавців, зіркові війни, четверта дуель, друга гра, рахунок 0-0. Перший раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Мы в международном украинском клубе «Что, где, когда». Господин Сивоха, добрый вечер. Добрый вечер, господин Ильич. Мне будет очень интересно наблюдать за игрой вашей команды. Уважаемые телезрители, дело в том, что господин Киселев, господин Панюта и госпожа Литвиненко уже играли в нашем телеклубе. Правда, команда телезвезд, в состав которой они входили, проиграла со счетом 5-6, увы. Мы не проиграли, мы достойно уступили. Господин Панюта, вы выиграли со счетом 5-6, но мы засчитали победу телезрителям. Спасибо. Да, господин Сивоха тоже играл в телеклубе в составе сборной команды КВН и выиграл с необычным счетом 7-4. Покажите, пожалуйста, игровой стол. Винница. Уважаемые знатоки, против вас играет инженер Вячеслав Грас, город Винница. Послушайте. 16 января 1913 года некто Абрам Балашов на глазах у потрясенных посетителей нанес русскому царю несколько ножевых ударов. Внимание, вопрос. В каком московском учреждении произошло это уникальное покушение? Досрочный ответ у нас, господин. Досрочный ответ. Да. Кто отвечает, господин Сивоха? Отвечает Евгений Киселев, с вашего позволения. Это же я должен сказать. Если вы сейчас, Евгений, скажете за меня, то придется отвечать мне. А я не знаю ответа. Отвечает Евгений Киселев. Слушаю вас. Значит, случилось в Третьяковской галерее. Абрам Балашов нанес несколько ножевых ударов по полотну Ивана Репина. Иоанн Грозный убирает своего сына. Убивает. А в остальном все правильно. 1-0. Первое игровое очко команде звезд телеканала «Интер» приносит Евгений Киселев. Но не только первое игровое очко, а еще и дополнительную минуту. Уважаемые телезрители, внимание! На игровом столе присутствует сектор «Розетка». Если стрелка волчка укажет на этот сектор, то нам с вами представится замечательная возможность пообщаться с одним из наших гостей, который сыграет в этом раунде против знатоков. Уважаемые знатоки, среди ваших потенциальных противников сегодня двукратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Рубин. Добрый вечер, господин Рубин. Добрый вечер, господин Рубин. И обладательница «Хрустальной совы» Елизавета Авдеенко. Добрый вечер. Второй раунд. Еще позже, а именно в конце программы, будет определен лучший игрок в составе команды Сергея Сивоха. Выбирать и награждать лучших знатоков – это приятная обязанность, давно и, надеюсь, надолго закреплена за руководителем проекта «Розетка UA» Владиславом Чечеткиным. Господин Чечеткин, здравствуйте. Ведь самая заявка уже сделана Евгением Киселевым. Кстати, господин Киселев не очень ярко проявил себя в предыдущей игре, в которой участвовал, а тут так сразу с места в карьер. Санкт-Петербург. Уважаемые знатоки, против вас играет переводчик Борис Моносов, город Санкт-Петербург. Господин Сивоха, посмотрите, пожалуйста, на экран. Перед вами движение Восточной школы единоборств Синг-И, олицетворяющее огонь, воду, землю, металл и дерево. Их взаимодействие напоминает о других трех элементах, известных вам с детства. Внимание, вопрос. Покажите любой из этих трех элементов. Ну-ка, давайте. Их взаимодействие напоминает... Огонь, вода, земля, металл, дерево, воздух. Воздух. Нет, трех элементов. Их взаимодействие, да, напоминает то, что нам известно с детства. Трех элементов. В огонь, медная труба. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. И что это? Типа игра? С детства, еще раз. С детства. Давай, что у нас еще в детстве? Ну, это детская игра. Камень. Взаимодействие пяти напоминает три, правильно? Так было поставлено, да? Камень, ножницы, бумага, однозначно. Камень, бумага. Финально записал тут вопрос, финально, что один...